Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и случайные зрители, я рад приветствовать вас на канале ПАР. В этом видео мы отправимся на открытие студии аквариумного и террариумного дизайна, который называется BioBox. Встретимся с видеоблогерами из сообщества акваканалов, которые многим из вас уже давно знакомы, так что располагайтесь поудобнее у своих экранов и поехали! Город Москва, метро Новослободская, станция на кольцевой линии московского метрополитена. От этой станции студия BioBox находится в пешей доступности, пешком идти минут 5-10. Трудно это место назвать магазином. Здесь нет полок, заваленных товаром, а людей, которые вас проконсультируют, невозможно назвать продавцами. Это самые настоящие специалисты своего дела, которые любят аквариумистику и террариумистику и вкладывают душу в свою работу. Первое, на чем я хочу остановить ваше внимание, это на оформленных аквариумах, которые расположены по всему периметру зала. Это готовые работы тех ребят, которые тут работают. Сам зал похож на выставку и не только аквариумов, но, соответственно, и террариумов. Я рекомендую прийти сюда каждому из вас и насладиться красотой готовых работ. Здесь царит особая аура, вдохновляющая создать подобную красоту в своем аквариуме. Камера не в состоянии передать все то, что здесь происходит. Лучше все увидеть и прочувствовать самому. К слову, если одного вдохновения от этих запущенных аквариумов окажется недостаточно, то можно приобрести готовую работу для своего дома, офиса или в подарок. Это то самое место, где можно прийти с фотографией любого аквариума и попросить специалистов сделать для вас подобную работу. Профессионалы, которые тут работают, сделают аквариум под ключ. Это касается не только аквариумов, но и террариума, флорариума, полюдариума или даже декоративного пруда. Ребята помогут во всем или сделают за вас. Лично я очень рад, что открылась такая творческая мастерская. Время, которое я провел в BioBox, пролетело незаметно, и уже сегодня я вспоминаю этот кусочек рая с ностальгией. На открытие BioBox приехало достаточно много известных видеоблогеров. Павел, канал Скалярики. Платон, канал Глазбокс. Виталий, Green Art Moscow. Михаил Непорожнев. Также здесь была Маша Блюм, которая занимается аквариумными растениями,
и ведет группу ВКонтакте и другие. Один из известных видеоблогеров и крутых акваскейперов, имя которого Михаил Горяев, также был здесь. Но он был не просто на открытии, а является одним из сотрудников Биобокса. Его здесь можно встретить практически каждый вечер. Кстати, Биобокс работает с 10 утра до 9 вечера. Думаю, настало время познакомиться и с другими сотрудниками Биобокса. Это Григорий, Наталья, Сергей Андрюнин, Сергей Моногаров. Возможно, есть кто-то еще, но я с ними не знаком. Еще один важнейший момент, о котором стоит сказать про студию Биобокс, это лучшее место для встреч и для общения по интересам. Некий клуб, если позволите так выразиться, где уже сегодня встречаются заядлые аквариумисты. На базе Биобокса будут проводиться различные мастер-классы по аквариумистике и террариумистике. И если у вас есть возможность приехать на такое мероприятие, обязательно приезжайте, обязательно сходите. Если нет, то не расстраивайтесь. Под этим видео я оставил ссылку на группу ВКонтакте и канал YouTube Биобокс, где будут выходить прямые трансляции и просто хорошие видео. Биобокс – это еще и клуб аквариумистики для детей. Кружок, в котором дети учатся запускать аквариум, делать вабику со своими руками, развивая мелкую моторику и многое другое. Более подробно о том, как записать своего ребенка на кружок аквариумистики, вы можете по номеру телефона 8-495-120-90-45 или в социальных сетях, о которых я говорил выше. На этом видео подошло к концу. Однако, я надеюсь, это не последнее видео, отснятое в Биобоксе. Мне там очень понравилось, и я обязательно туда вернусь и прихвачу с собой камеру. До новых встреч, друзья! Поделитесь в комментариях своими впечатлениями об этом видео, о Биобоксе. Мне очень интересно ваше мнение. Заранее спасибо и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока-пока! Ощутимо дешевле, чем даже чем на вечерах. Я Они классные. О, смотри, а то есть нет, значит, очень сложно делать. Сама то, что начало начала заниматься. Наташа, это там статья на пока. Хорошо. Вот эти вот ящики, это что-то наподобие наших, только немножко нежнее, потеплее. Их тоже обязательно зимой нужно. Ты посмотри, как они медленно ходят. Ты посмотри, это же обалдеть. Просто не спеши. Ну, если сам какой-то взрослый, то еще и можешь детей вставать. Поэтому не особо приходит. Открываешь по окружающему, а там они еще и бумагу сделают. А это как лапочка. Смотри,
Все выходят потихонечку.